Мне кажется, у настоящего мужчины должны присутствовать качества целеустремленности, надежности, мужественности, какой-то опоры. Сила, мужественность. Ну, это как тоже во вторую очередь. Главное, чтобы мужчина, он показывал, что он достоин девушки, что он может ее содержать, что может ее будущее обеспечить. Вот это, вот я считаю, главное качество мужчины. Нужно, чтобы мужчине можно было доверять. То есть, если он сказал, то он это сделает. И чтобы женщина могла полностью на него в этом положиться. Может, это и банально звучит, но все-таки это мужество. Также сообразительность. Ну, чтобы выходить из каких-то критических ситуаций. С этим человеком ты чувствуешь себя уверенно. Он может тебя защитить, постоять за себя, за друзей. И в том числе не только таком кулаками помахать, а отстоять свое мнение, там, отстоять свою семью. Мужские качества настоящие – это сила, как и физическая, так и психологическая. Это уверенность в себе и желание брать ответственность на себя. Мнение психологов – воспитывать настоящие мужские качества в мальчике можно и нужно, но только не с помощью лекций и нравоучений. Лучший учитель в данном случае – личный пример. Дети подражают, они копируют поведение взрослых, и, конечно, это то, что они видят, это отражается и в их поведении. Они усваивают эти нормы, усваивают то, как нужно себя вести. Вот, в том числе усваивают качества, причем и плохие, и хорошие. Личный пример является одним из наиболее важных. Вот. При этом наличие или отсутствие отца, то есть полная или неполная семья, не является главным. Важно, чтобы этот пример был в ближайшем окружении, да, в виде дедушки, дяди, там, друга семьи, брата, вот, старшего. Вот. То есть того, кто позволит скопировать модель поведения.